Здравствуйте! Сегодня у нас не совсем обычный обзор, ведь в последнее время к нам часто начали обращаться с вопросами о неисправности техники. Но, когда продукт уже поступает в сервис-центр, выясняется что? Что это подделка! Именно сегодня мы расскажем вам, как отличать подделку от оригинала. Итак, это у нас универсальный измельчитель. Вот так он выглядит в оригинале. А вот это у нас уже подделка. Так, как же их отличить? Конечно же, упаковка. Фейковая, она в черном цвете и нету никакой наклейки. Где собирают эту странную конструкцию, непонятно, но точно не на фабрике. Оригинальная продукция Bosch, а именно этот измельчитель, производится на заводах в Европе, а именно в Словении. Всю информацию можно посмотреть на гравировке. Универсальный нож выполнен из нержавеющей стали и, кстати, пригоден для мытья в посудомоечной машине. Нержавеющая сталь долговечна, устойчива к коррозии, отличается простотой в уходе и, конечно же, она устойчива к воздействию агрессивных химических веществ. И теперь посмотрите на этот гибкий материал. Не на этот, тоже гибкий, кстати. Не на этот, тоже гибкий, кстати. И не на этот, который я не смог соединить почему-то, а на вот этот. Сломается максимум через месяц, и никто вам ее не сможет поменять. И тут самое интересное то, что здесь болтики. Выбор, конечно, за вами, а мы просто предлагаем самое лучшее. А это у нас соковыжималка MES-4000. Мощная универсальная соковыжималка с широким загрузочным отверстием под целое яблоко. Ну что ж, начнем сравнивать. У фейковой чаша 750 мл, а у оригинальной брендовой 1,5 литра. Даже по виду понятно, что тут оригинал, а что фейк. Фиксация безопасности. Система капля-стоп предотвращает появление капель сока после окончания отжима. А у фейковой ее нет. Оригинал гарантирует превосходное качество отжима сока и легкую чистку благодаря керамическим измельчающим лезвиям. Носик для слива сока, оснащенный системой Drip-Stop, предотвращает вытекание сока после отжима и поддерживает рабочую поверхность в идеальной чистоте. Ну и последнее – внешний вид. Посмотрите на подделку, она выполнена из пластика, который гнется и покрыт совершенно непрезентабельной акриловой лентой. А это у нас погружной блендер Maxo Mix 1000W, нержавеющая сталь MC8SM6160. Корпус оригинальный, из нержавеющей стали с мягкой эргономической ручкой, что позволяет надежный и удобный захват. У оригинальной модели 12 настроек скорости, плюс функция турбо для получения идеальной консистенции для любого рецепта. А у фейковой, как вы видите, всего одна. Кстати, все пластиковые части, контактирующие с едой или с продуктами, безопасны для здоровья и не содержат ВРА, бисфенол А. Bosch заботится о вашем здоровье. Говорим о Bosch, а это значит безупречное качество. Как вы знаете, мелкая бытовая техника производится в Европе, а именно в Словении. Бренд предоставляет 5 лет гарантии на мотор. Мы абсолютно уверены в качестве. Инвестиции в покупку техники, качество на долгие годы. И, конечно, стильный дизайн и красивые цвета станут украшением вашей кухни. Даже просто разместите на столе уже стильная деталь интерьера. И, конечно же, будем ждать ваши лайки и комментарии к этому видео.